Привет всем! Вы на канале Фито, с вами снова Таня. И сегодня у меня обзор на целебный фиточай для тех людей, у кого есть хронический панкреатит и вообще заболевания поджелудочной железы. Вот такой вот у меня есть пакетик, такой довольно-таки тугой. Здесь 100 грамм травы растений. Я сейчас расскажу о нем более подробно. Значит, изучила я состав, и действительно состав очень такой интересный. Значит, здесь у нас имеется мята перечная. Она рекомендуется для тех, у кого пониженная кислотность желудка. Мята повышает кислотность желудка и вообще нормализует работу желудочно-кишечного тракта. И нормализует самочувствие, что вот показано при панкреатите. Второе действенное средство – здесь валерьяна. Вообще, я изучила этот вопрос, и много пишут, что люди, у которых есть хронический панкреатит, как правило, у них бывает нестабильное такое вот, нестабильный настрой, нестабильная нервная система, постоянная такая вот нервная возбудимость, да, раздражительность. И чтобы нормализовать работу нервной системы, сюда добавляют корень валерьяны, который улучшает самочувствие и, кроме того, снимает более такого спастического характера. Дальше, корень аира. Вообще корень аира применяется практически при любых заболеваниях. У него такой широкий спектр действия, что я вот если начну перечислять, я буду перечислять минут 20. Значит, по аиру он улучшает работу поджелудочной железы и помогает разжижать, выводить желчь из желчных протоков и избавляет кишечник от скопления газов. То есть он такой вот ветрогонный эффект имеет. Так, дальше, бессмертник сюда еще входит в состав. Значит, он тоже выводит и разжижает желчь, улучшает самочувствие. И вообще он дает такое вот противомикробное воздействие, снимает воспалительные процессы во всем организме, не только в желудочно-кишечном тракте. Так, по ромашке. Ромашка, как известно, тоже цветок, растение целебное, да, которое борется с патогенной микрофлорой, снимает воспалительные процессы, восстанавливает ткани в организме и на поверхности, на коже. Ромашка действительно тем, что она восстанавливает клетки поджелудочной железы. То есть она в состоянии помочь поджелудочной железе нормально функционировать, и она ее поддерживает. Так, значит, пишется на самой упаковке, что рекомендовано при хроническом панкреатите. Еще раз повторю, здесь мята перечная, корень валерианы, корень аира, так, цвет ромашки и еще здесь тмин написан. Так, 100-граммовая упаковка. Этот чай имеет сертификаты качества, что выращен он в специальных хозяйствах, в экологически благоприятных зонах Украины. Его профессионально собрали, заготовили и упаковали вот в такую вот удобную упаковочку. Это не лекарственное средство, то есть лечить им панкреатит не рекомендуется, поскольку самолечение вообще это весьма вредное занятие. И если вы хотите этот чай попробовать и у вас острый панкреатит или хронический, конечно же желательно пообщаться на эту тему с вашим лечащим врачом, послушать его рекомендации по этому поводу, поскольку некоторые травы и растения могут быть как бы индивидуально, не восприниматься вашим организмом или восприниматься не так. Это все такие индивидуальные особенности. Значит, 100 грамм этого чая стоит всего лишь 29 гривен. Вот такая упаковочка дышащая, хранится она может 2 года. Можете ее обзавестись, и когда у вас идет хронический панкреатит и происходят какие-то обострительные процессы, если вам врач порекомендовал, можете свободно им пользоваться. Как его заваривают? Значит, берут 1 столовую ложку чая на 250 мл кипятка. Настаивают 20 минут и пьют 3 раза в день за 30 минут до еды. Обычно это либо полстакана, либо стакан такого чая. Цена доступная, качество отличное. В магазине нашем он всегда есть в наличии. Можете заходить на сайт Fito.ua и заказывать. Мы вам делаем отправочку в тот же день или на следующий день. Вот. Подписывайтесь на наш канал Fito. Всем пока!